какая у тебя майка классная, ну-ка покажи. Такая, леска, вот такая. Прикольно, вот глаза так закрывает обезьяна. Кстати, вот это так вот темненько, а вот так вот светленько. Класс. Артурчик у нас тут развлекается. Золотой. А мы снимаем обзор, распаковку снимаем, 3D-ручки, что с ней говорили. Вова сейчас не понимаем, как ее пользоваться, вообще не получилось. Целая гора цветов. А эти цвета, которыми я хочу порисовать. Очень яркие, классные вообще. Арина пробует у нас 3D-ручку. Вова разобрался? Ну что? А у нее не закручивается. Я тебе подсвечу фонариком. Контур. И дальше закрашиваю. Ты можешь держать все время. Оно будет. Ну что-то сейчас ничего. А, тут закончилось. Вставляй такую же, вставляй. Давай. У меня сразу с первого раза же хорошо получилось. Молодец. Ты прям профессионал. Все, дальше не смейся. Да, давай. Включай. Ты ж прямо держи. Води со стороны в сторону. Не спеши, расслабься. Не спеши, это надо очень медленно делать. Ну, оно же должно выйти, видишь как? Это вот так, и все. Ну что, покажи. О, как прикольно, у него лучше, чем получилось. С первого раза. Ну. Дайте я попробую. Тебе с 10-го. Ну что, Арина, довольна? Угу. Ручка, Арина тут просто счастлива. Будь чем заняться в свободное время, да? Да. Рисовать. Пластика много. Всё. Вот сколько у нас пластика. Это моя клюшка. Ну-ка покажи-ка. Вовина цветная. Моя одна. Вот это Вовина. Вот это Аринина. Конечно. Тебя круче всех получилось. То, что я никуда не спешила. Моя не отклеивается теперь. Да, отклеится моя. Ну, вот сколько надо было? 3? 4. А, ну сама Арина дальше да, уже рисует. Да, я сделаю. Ну, в общем, вот так вот такой вот. Будем сейчас баловаться целый вечер, чувствую. Ранговые бои будут. Они уже с утра идут, кстати. Но я весь в делах. Сажусь только вижу 9 часов. Ну да. 9 часов. Аринка у нас собирает подделку 3D-ручкой новой. Да, кстати, прикольная очень штука 3D-ручка. Мне даже самому понравилось, хоть и не получалось ничего. А у меня все получается. Кстати, я уже собрала. Карусельку собираешь, да? Да, волосатую только. Классно. Дрюн полетел. Интересно, насколько тебе, Ирина, этого хватит? На недельку. Ого, это стоит, между прочим, $35. Кусачка у нас вместо Артура. Игралась он с этой обезьянкой. Подсмотрю, что Аринка делает. Дала ей такую пленочку. Не пленку, а пластмасску такую нормальную. Вот она тут занимается своей ручкой. Сказала, порисовала, да сказала, устала. Пошла картошку чистить. Пойдем посмотрим. Что ты включила камеру? Как ты это делаешь? Картошку. Картошку? Ну что, легче уже стало? Приноровилась немножко, да? Скажи. Вот такая она в козликах. Ну, такую будешь есть. Да? Мы шутим. Потом я тебе покажу, как ножиком вырезать. Что-то я вырезала там в одной картошке, там что-то 10 минут. Так там же еще осталось, вон, я вижу. Там маленький. Ладно, чисти. Я пойду дальше видео помонтирую. Картошка большая, так что классно. Артурчик спит вместе с котами. А я монтирую видео. Арина собрала наконец-то всю коллекцию бонстиков. Бонстики новогодние. Так что все при делах. Итак. Что там за сапоги валяют? Мы тут собираемся на улицу. На улицу. На уличку гулять собираемся. И будем примерять Артурчику новые тапочки. Я уже померила, нормальные уже. Давай одевать, давай. Тапусечки. Размер у него какой? 19-й, нифига но себе. Они чуть-чуть большеваты, какой но уже ты нормально. Большой, Артур, 19-й размер. Так, меня, я наверное, не поняла, в 5 месяцев почему они будет. Не лезут? Я же ему одевала уже их.
А, ну конечно, мама молодец. Она пихает меня Молодец, точно. Все, что, нога уже выросла за 3 дня? Я не поняла. Все, одела. Просто на такую маленькую ножку не всегда удобно одевать обувь. Тем более, когда они еще вертятся, крутятся. Мой вердикт. Мне не нравится. Они здесь невысокие. Значит, мама будет шить теплые нормально. Да, Артур? Будик, будик. Ну давай. О, дракончиком сейчас станет. Это не дракончик. Дракончик. Это дракончик. Это у нас. Кто это? Это у нас? Мишка с зеленой. Это он не любит, шкурой. Когда эту шапку ему одеваю. Ах ты, малыш! Какой ты красавец! Ох, погодка классная. Ой, Арина тогда что-то машет. Что она там собралась сделать, интересно? Ну давай. Ай, ай, ангела делает. Ой, я не могу. Помочь тебе? Ой, не холодно будет. А, стой! Ну давай. Натоптали. Вообще классно получилось, но мы потоптали твоего ангела. Угу. Красиво. Все, пойдем дальше. Идем, идем. Арина там что-то вкусное кушает, надо посмотреть. Мы с Артусиком сейчас посмотрим, что там Арина делает. Ох ты! Да ты мороженое трескаешь. О-о-о! Вкусно тебе? Оно, правда, еще не совсем застыло. Я сегодня сбивала банан с финиками. Ой, вкусняшка. Смотри. Вообще, такая вкуснятина. Мы просто в восторге. А что ты тут делаешь? Ох, у Арины здесь погром. Реально. Особенно здесь. Арина сказала, что хочет здесь провести в таком состоянии. Водичку себе принесла 24 часа. Я говорю, а что, без еды, что ли? Вот, еда, мороженое. А, это мама принесла. Ну ладно, подкрепляйся. Ну, это шутка, конечно, она просто играет так. Нет, я правда. Ага, кто тебе даст? Спать тоже надо. Не надо спать. Еврик тоже с тобой будет 24 часа, это главное условие? Угу. Да, Еврик. Вот ей будешь еду и носить, понятно? Корм. Видимо, захотела 3D-ручкой порисовать. Да, Кусака? 3D-ручка вообще-то в коробке. Там в коробке у Арины... Там в маленькой коробке. Куча пластика к 3D-ручке, но я знаю. И она решила... В общем, пластик у нас из кукурузы сделан. Такой качественный, он не пахнет совсем. Да, только вначале, когда взяли. Рисуешь немножко. А вначале, когда пахнет. Он плавится, этим попкорном пахнет. Ну вот ей, походу, очень интересно стало, что там такое. Кусака. Давай мы тебя закроем. И сиди тут. Всё, да надо уж. Это все прятать. Только он какой-то, да, с хвостом, малыш, и да. Волосатый, и с усами. И с ушками, да, не в том месте. Да. Ой, молодец какой, да. Я Вове сделала вот такого вот, вот такого вот миньончика из 3D-ручки. 3D-ручкой. А кто тут кашляет? Будет красивый комбинезончик. О-о-о. Прямо как миньон. Настоящий миньон. А у него здесь вот такие вот зрачки. Короче, красиво получился. Привет. Привет. Там Вова вкусненького принес. Это... Что ты принес? Это какая-то халва. Какая? А тебе сказали, какая? Нет. Нет? Сказали, новая халва в магазине. Вот это вот, сказала продавщица, по вкусу похоже на кунжутную. Ты даже не знаешь, с чего это сделано. Класс. Давайте пробовать. Пробуем, не знаем, что. Бери. Это моя. Арина ставит лайк за халву. Вкусно? Жулик хочет. Ну-ка, этот. Вкуса не почувствовал? Смотри, смотри, как он. Глянь ты. Ничего себе, да. Жулик. Он не эту хочет, наверное, вот эту. Белую. Так, жулик. Так, теперь я пробую. Там эту. Точно ванилин есть, 100%. Жулик у нас любит ванилин. Мама, на. Давай. Белый шоколад. Вкус белого очень шоколада. Очень вкусно. Кунжут я вообще не чувствую. Жулик, да. Облизывается.
Давайте следующую пробовать. Здесь явно какао. Какой-то очень знакомый вкус. На ирис похоже. Да, похоже на ирис. Он не виноват. Так, пробую. Это, наверное, смешанное, первый и второй вариант. Угу. Да, кстати. Ну что? Очень вкусно. Я бы сказал, что очень вкусно, да. И я. Что а там у нас еще? Еще есть вот что. Я сейчас буду. Королевские финики. Ну, это я купил специально маме. Потому что я люблю финики. Да. Мама у нас любит финики. Смотрите, какие они. Ага, и стоят 30 рублей за килограмм. Ну и что? Но они дорогие, они хорошие. Ну, смотри, они же переливаются. Они... Хочешь попробовать? Это я же их пробовала. Не, ну, сейчас попробую. Смотрите, какой он огромный, а просто громадный. Рукой. Прикинь, какой финик. Что? Не даем тебе финик, да? Ты у нас хищник, иди мясо ешь. Я такие финики, я бы только в такие поел. Вот я тебе купил, видишь, сколько? 5 штучек. Спасибо. 5 штучек. Все. Надо делами заниматься. Пошли заниматься делами. Жулик, пошли делами заниматься.